Привет, меня зовут Дэнни. Некоторые меня знают по Инстаграму. Кто подписан на мой Инстаграм, те знают, что танцую стиль Майкла Джексона. С этого же дня мы начнем с тобой учить стиль Майкла Джексона. Все, кто хочет, все просто, кто хочет, реально, могут учиться со мной. Я бесплатно, никаких денег не беру. Я просто хочу, чтобы вы получили удовольствие и научились танцевать. Самое легкое движение Майкла Джексона – это лунная походка. Сегодня мы будем учить три репертуара лунной походки. Лунная походка обычная на месте, лунная походка с пинком на месте и обычная лунная походка. Ну что ж, начнем. Первый репертуар – это обычная лунная походка. Смотрите сначала издалека, потом я покажу свои ноги. Мы ставим переднюю на носок и начинаем отталкивать, что нога другая едет назад. Лучше начинать с правой, потому что Майкл так любил, так все делают с левой. Не рекомендую. Ну, короче, левая едет назад и меняемся. Теперь левая ставится на носок, а правая едет назад. И вот так вот мы постоянно делаем. Давай делать подсчет. На счет три начинаем. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять. Давай еще раз. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять. Давай переходить к моим ногам. Вот мои ноги, и сейчас вы посмотрите вблизи. Ставим на носок и раз, два, три, четыре, пять. Давайте вас поставим на место. Первый репертуар мы закончили. Кто не понял, пересмотрите еще раз, потому что я перехожу с вами ко второму репертуару. Второй репертуар – это обычная лунная походка на месте. Давайте вы посмотрите, как я ее делаю. Это обычная лунная походка, вы отталкиваетесь, но постоянно ставите вперед. Получается, что вы всегда на месте, вы никуда не едете. Давайте с вами смотреть еще раз. Давайте все вместе. Ставим на носок. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Давайте еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Я сейчас показываю не так, как я делал, потому что вы должны научиться. Давай теперь переходить к основному. Делаем обычную лунную походку и подставляем. Обычная лунная походка и подставляем. Обычная лунная походка и подставляем. Мы прошли второй репертуар. Еще раз, кто еще не доучил, можете посмотреть еще раз, но мы переходим к третьему репертуару. Третий репертуар – это лунная походка на месте с пинком. Вот так она выглядит. Давай учить. Опять же, мы делаем обычную лунную походку на месте. Делаем раз. Но когда мы делаем правой, мы всегда делаем удар. И ставим, хоп, на левую никогда не делаем. Только на правую. Пам, пам, пам. Давай подсчет. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Давай попробуем быстро. Хоп, пам, пам. Ну, не так быстро. Лучше помедленнее. Хоп-пам-пам, хоп-пам-пам,
Хоп-пампа, 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 хоп-пампа. Майкл иногда эту лунную походку на месте с пинком использовал, чтобы ходить вперед. Вот так. Но если хотите, это то же самое, только вы когда делаете пинок, вперед ставите. И также делаете вперед. Давай сделаем быстро, как Майкл. На счет три начинаем. Раз, два, три. Ну, не так быстро, лучше. Ускоряемся. И получаем майклскую. Да. Ну и вот, наши репертуары закончились. Это мое первое видео. Как вы знаете, пишите комментарии. Какие вы хотите танцы, чтобы в стиле Майкла Джексона я вам показал? Бэт, Билли Джин, хоть Смув Криминал. Но мы начинали сейчас с самого легкого. Я выпущу еще видео. Не сердитесь, если вы уже умеете это и хотите еще что-то новое. Но я все сделал, и я вам обещаю. Пишите комментарии. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и ради вас я станцую начало бирюзин. Погнали! Вот начало Билли Джин. Ну что ж, давай прощаться. Увидимся в следующем ролике. Пока-пока!